саженцы дерева сад, 2 третьих литка, 3 четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская молодежная, результат работы современных селекционеров, которые на одно дерево привили сразу 2 сорта всеми любимых ягод. Сорт жуковская плодоносит красно-черными крупными вишнями с кисло-сладким вкусом, вес которых может достигать 7 граммов. Дерево сорта молодежное приносит обильный урожай из темно-малиновых ягод с конфетно-сладким вкусом. Преимущество сорта заключается в том, что вишни не осыпаются с дерева. При заботливом уходе за сезон можно собрать до 12 килограммов спелых ягод. Оба сорта используются для приготовления всех видов консервации и для заморозки. Дерево сад 2 третьих, 3 четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская, молодежное – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Вишня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад, 2, третьих, 3, четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская, молодежная можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания вишни прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад, 2, третьих, 3, четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская, молодежная в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 2, третьих, 3, четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская, молодежная имеет средний срок созревания. Плоды вишни созревают в месяце июль-август. Форма у плода округлая. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, третьих, 3, четвертых литка, вишни 2 сорта жуковская, молодежная, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.